Здесь тоже нужно поаккуратнее сыграть в обороне. Мяч ворота закатывается. Да, 1-0. Минск выходит вперед. Евгений Малашевич. Разумеется, он на эту ситуацию уже никак повлиять не мог. Малашевич бьет. Ну вот, кстати, от Харитоновича все же мяч ворот попал. Но там рикошет был. Рикошет был. Там все же от Букштана. Да, да, Дмитрий Букштан. Мяч меняет направление. И Харитонович не может спасти свою команду. Посмотрим в официальном протоколе матча, на кого же это.